Вот это полезное дело. Наконец-то что-то произошло, кроме попыток обязательно влезть в сообщество коммунистов и фашистов. Да, надо составлять проскрипционные списки. Надо аккуратненько заносить на бумагу имена всех депутатов, которые сегодня ораторствуют в Государственной Думе самыми консервативными, самыми советскими предложениями, и транслировать их в Европу и в США. Пусть растет список Магнитского, пусть перерастает. Ну и, конечно, хотелось бы туда и Путина включить, и Медведева, но, может быть, некоторые чиновники, глядя, как их коллеги лишаются права поехать в Европу, подумают, что здесь Путин и Медведев для них плохие защитники, что они не могут приказать Европе перед ними поднять шлагбаум. И, может быть, они постараются не делать публично таких больших гадостей.